с теплыми воспоминаниями о том фестивале «Обнинская нота» 2012 года, на котором я участвовал, когда последний раз приезжал. Собственно, та песня, с которой я выступал на том фестивале, хочется ее спеть, песня Павла Хардилова. Можно подпевать, кто знает. Спасибо. Игра не считая минут, просто играй свои ноты, не думай о том, почему ты. Просто играй в свои мысли, просто играй в свое сердце. Если играешь не с теми, то не расставляем оценок, проигрывай скучные тени, выигрывай каждый оттенок и законсервируй. Не важно, что кто-то не слышит, важно, что кто-то услышит. Не важно, что кто-то не слышит, важно, что кто-то услышит. Пусть долго твой слух взаперти был, играя ты сможешь понять. Страшно, что кто-то с фальшивым мог хоть попытался сыграть.